Всех приветствую, друзья! Меня зовут Андрей, и я с 2017 года инвестирую в рынок криптовалюты. Биткоин я свой первый покупал еще по 2000 долларов на пике. Как мы все с вами знаем, биток дорастал до 20 тысяч долларов. Представляете, да, если вовремя зайти в рынок, какой профит можно собирать на этом рынке криптовалют. И сегодня стоимость одного биткоина равняется 6000 долларам. То есть сейчас идет небольшая консолидация. После такого стремительного роста всегда идет небольшой спад, потом консолидация, и потом мы снова улетим на Луну, да? Всех ожидает Тузумун, как говорится. Это было уже много раз, график повторяет все свои действия. И сейчас, после консолидации, вскоре мы уже отправимся на Луну. И как раз, чтобы на этом неплохо заработать, предлагаю вам посмотреть один интересный проект. Это блокчейн фонд. Блокчейн фонд предлагает вам умножить ваши средства, да? Грамотно инвестировать, подойти к инвестициям очень грамотно. И как раз я выбрал здесь аспект. Они занимаются управлением вашего криптопортфеля и также инвестируют в ICO проекты. Этот аспект я себе выбрал. Что такое ICO проекты? ICO проекты — это, грубо говоря, стартапы, да, как Facebook, которые, ну, только зарождаются, у которых есть только идея, они только, по сути, выходят на рынок, предлагают свою идею. И сейчас самое доходное ICO по статистике — это монетка Stratis. Ребята запустились в июне 2016 года. И стоимость их одной монетки равнялась 0,007 доллара. И за год стоимость монеты поднялась до 10 долларов. Представляете, сколько это процентов? 151 тысяча процентов, ни много ни мало. Кто бы знал, да, как говорится. Если бы вы знали, какие ICO выстрелят, то, думаю, инвестировали бы. И как раз блокчейн фонд занимается тем, что инвестирует в такие ICO проекты. То есть такие монетки еще есть, которые стреляют. И представляете, если вы вложите 1000 долларов, да, и на выходе ваш проект сделает, ну, не будем рассматривать самое доходное ICO, рассмотрим менее доходное, допустим, да даже 1000%. Это огромные средства на самом деле. Сейчас есть очень хорошая возможность зайти в рынок, так как стоимость идет на коррекцию, да, на коррекции у нас биткоин. Сейчас очень неплохое время, чтобы инвестировать в этот рынок криптовалют. Я как раз воспользуюсь блокчейн фондом, доверюсь им свои средства, да, свои биткоины, которые я купил в управление, и буду ждать Тузумуна, когда рынок развернется. Ребята, я думаю, найдут, в какой ICO проект инвестировать, так как у них более 15 лет опыта уже в этой сфере, в этом рынке, да. И буду ожидать Тузумуна, да. Всем советую, в общем, данный проект. Можете ознакомиться более детально. На этом все. Всем спасибо за просмотр, друзья. И до следующих выпусков.